меня в руках красная заказная гармонь. Цвет самый популярный для заказных гармошек. 27 на 25 с двумя регистрами. Послушаем, что же делают два регистра, как они меняют тембр. Сейчас вы такие слушаете и говорите: так, мы не слышим, что тембр изменился. Действительно, потому что вот на этом регистре играют все четыре голоса. И гармошечка звучит так же, как и как будто у нее и нет регистров. Но, когда мы нажимаем второй регистр, отключается баритоновый резонатор, и вот теперь вы услышите разницу. Сейчас вы уже слышите, действительно, гармошечка звучит по-другому. Кто-то скажет: а не нужны мне в народных наигрышах вот такое вот писклявое звучание. Но в наигрыше не надо, есть ведь песни, и гармонисты многие поют под гармонь, аккомпанируют себе. И для песен лирического склада подойдет как раз вот этот вот тембр. Гармонии у нас в свободной продаже. Звоните, будем рады вас осчастливить. Отправляем в любой регион России, ну и при большом желании вашем за рубеж.